Вчера я рекомендовал стены грунтовки и глубокого проникновения, так как она сохла 4-6 часов, поэтому я ставил на ночь. Сегодня я буду пробовать штукатурить. Начну с той стены, она будет незаметная, потому что будет за шторами. На ней как раз попробую. Для этого мне понадобится мастерок и затирка. Такого есть размера. Побольше. Я использую гипсовую штукатурку компании Knauf, называется Rodband. Буду накладывать небольшими порциями такую вот 5-литровую баклажку и попробую штукатурить. Напоминаю, штукатурю я первый раз. Я положил 2,5 мастерка, сейчас разведу с помощью воды. Подготовлю смесь. Получилась у меня смесь, сейчас попробую поштукатурить. Конечно, надо начинать сверху, но так как я делаю первый раз, попробую на уровне рук. Для начала пульверизатором смочу стену. С помощью шпателя накладываю раствор. И затиркаем нашу на стену. Что раствор получился? Сейчас он подсохнет. Буду продолжать в таком темпе, посмотрим, что получится. Вот насколько хватило моих 2,5 мастерков. Сейчас с помощью палочки все это подровняю. Решил чуть иначе наносить раствор, потому что пускает затирку вот эти места. Теперь я наношу мастерком вот так. А затирку потом растираю. Наверное, так правильно будет. Чем больше угол мастерка делаешь, тем больше он снимает слой.
Собственно, вот что получилось. Сейчас подожду, пока она подсохнет, потом затиркой подровняю, пройдусь кое-где вторым слоем, затру тут все. Стена подсохла, теперь я ее буду затирать смачиванием из пульверизатора. И растираем. Нижний слой уже прихватился, а верхний мы растираем, чтобы было ровненько. Что получилось. Первый раз, я думаю, неплохо.